очень шумно, часть проезжая. Вот это одна из моих любимых церквей в ближней Москве, центровой, четверик классической. Вот видите, тут аккуратно люди ходят. Вот, видите, была крыша, то есть был пристрой другой раньше, вот видите, да, навел. Потом, соответственно, решили алтарь видоизменить. Вот. Его красиво сделали, по их мнению. С выдержкой архитектурного стиля определенного. Сейчас пойди туда, покажи, как там рассыпается, покажи до конца. А пока вот отсюда полюбуйтесь. Ну вот он, этажи уже начинают рассыпаться. Уже отсюда даже еще туда не вошел. Вот. Дверь в окне. И... А под дверью в окне еще одна дверь. Это же гениально. Чуть поближе покажу, туда зайду. Вот ракушечка. Чистота. И что я имею в виду? Потоп. Так, проходя мимо, не проходи мимо, обязательно занеси сюда. Видите? Для денежек, для бумажек уже все. Бумажку надо занести. Так, сейчас туда ставлю паузу. Иду. Вот, 21 век. Это я не дошел еще до церкви. Внутрь. Вот так вот у нас это сделали. Сколько? Ну, пару лет назад, может быть, тройку. Заплатили людям деньги за это бумажкой. Вот. А сейчас придут другие люди. Сейчас они насобирают у третьих людей этих денег. Бумажных. Не золотых? Не золотых, ребят. Кто понимает, о чем я говорю вообще, я надеюсь, есть у меня на канале соображающие люди. Вот. Ну ладно, от золота к бумаге мы перешли плавно. Так вот, и эти товарищи, видите, что-то сделали пару-тройку лет, и опять нужна бумага, опять надо что-то делать же. Опять же надо зарабатывать, работать. Для чего? Да просто так. Потому что вам так сказали. Работать надо, чтобы потом денежки сюда приносить, потому что все отваливается у ребят, и надо помогать. Вот, строители прошлого, наверное, они же не думали, что кондиционеры так будут делать, да? Не предусмотрели, видите, ни провода им не вывели, ни вентиляцию. Вот. А колонны сделали, видите, разноразмерные, то есть конусовидное, то есть для чего? Опять же для чего-то. Вот, и птица мира прилетела. Рима. Ну и вот все такие вензеля, завитушечки. Вот на мой взгляд, да? И не только на мой, но и это отсылка все-таки к потопу. Как бы там говорили, было, не было, но что-то такое было. То есть, а зачем тогда везде волна? Вот это. На этих, как сандрик. И вот это окно какое было интересное, да? Раз, а в нем квадрат, крест. И главное, решетка, обязательно решетку. Так, друзья. А, вот это шедевр. Я то зимой, то не зимой все время. Смотрите, вот это шедевр. Ну, про этот шедевр я не буду говорить, да? Водосток такой у нас модный сейчас. Вот, вот. А раньше-то где он был? Понятно, да? Понятно. Все внутри было спрятано. А вот кусочек, это подозреваю, надгробие. Ну, принято надгробие называть, может быть, что-то для другого было использовано. И вот им подперли, видите, стену. И сколько тут таких, непонятно, неизвестно. Я не знаю, нравится ли вам длинное видео мои. Ну, рано или поздно, я думаю, посмотрят все люди, когда начнут просыпаться. Вот металл предков, вот он не гниет. Другой цивилизации, видите? Он как наши швеллера. Более 100 лет они и живут при всем желании. Вот этот сгниет. СССРовский тоже сгниет. А вот этот нет, а вот этот будет жить. Долго. Вот тут рекламку уже сделали, видите? Это вообще, это так называется. Это обычный люминесцентный светильник.
люмен, что такое понимаем, да? Люция, он же. И что на нем написано? Никто ничего не скрывает. И главное захотеть увидеть, я еще раз повторяю. Почему-то я вижу это. И многие мои близкие стали это видеть. Хоть еще не совсем поддаются на мои чары. И не слышат полностью меня. О чем я им толдычу? Ну ладно, мысли слух. Слушайте, смотрите, какие вот эти штуки, да? Талоны, знаешь, какие. Как они их закрутили. Одну такую, одну с гребешком каким-то, другую с каким-то еще с чем-то. И так по всему строению. Чувства верующих, я надеюсь, никакие, это не оскорбляю. Вот, тоже хит. Вот я не могу просто не показывать это. Вот как вот я вот это вижу же. Где у нас архитектор главный? Ау, архитектор. Ау. Вот это когда-нибудь пойдет кому-нибудь на голову ведь? Скажут, что так было, и так случайно, то есть получилось, у храма тебя прибило кирпичом. Ну, возможно. Возможно, тоже нормально. Нет, нормально, ненормально, все одинаково. Кто как расценит же. Каждый свои фантазии, мысли. Вот так много было того, что неврально, да? Арочка была. Нас потом переделали. И это еще не конец. Там сейчас еще будут интересные моменты. Раз уж видос пишется. Вот, входик у нас, видите, какой как строили. Так, воин. Возможно, архангел какой-то. Вот, раз. И под ступеночек туда. А под ножками что у нас? Вот оно. Надгробие. Ну, если это надгробие, да, если это не рекламные щиты какие-то были, там чьи-то, допустим. Или еще что-то, видите, вот она косичка идет. Вот, память предков. Церковь все помнит. Пусть даже таким видом. Это не сарказм, ни в коем случае. Это бытие. Факты. Они у нас под ногами. Все у нас под носом. Просто снаружи немного пудры припудривают. А что внутри-то никто не знает. Что внутри человека никто не знает, когда он ест. То, что не надо есть. Вот название. Церковь введения в барашах. 1688-1701 год. Памятник архитектуры. Охраняется государством каким-то. Нет, не каким-то. Так вот, тоже был вход, смотрите, шикарный, шедевральный. Колокольня, скорее всего, уже пристроена была, чуть позже. И вот, раз, вход в окно второго этажа. Красота. Здравствуйте. Так, склейка, ты дяденька выпускал. Пока меня не ругает еще сегодня. Что я не туда хожу. Ну вот тоже был вход, я так подозреваю. Арочка. Вот. А вот уже первый этаж. Ну, в данном случае, да, окопанный у нас. Первый, как угодно его можно назвать. Здрасте. Давайте. Вот так. Знаешь, не было ящиков. Да ящики мне ваши не нужны. Вот это подземелье. Вот тут надписи меня составили, друзья. И вот цельный этаж. Красота какая. А, все, хорошо, как скажете, не буду вас. Сейчас. Ой, да тут целые ходы у вас, да? Интересно так. А куда они ведут, эта лестница куда ведет? Никуда. Ага. А вы умеете читать старославянский? Разбираете? Я могу вам прочитать с удовольствием. Сейчас паузу поставлю. Медленно людям покажу. Ну, здесь, как правило, какие-то из Библии вещи написаны. Какие-то псалмы, типа. Читал я уже много, где читал. Язык-то наш, русский же. О, вот это шедевр. Это шедевр. А еще ниже этаж есть? Нет. Нету? Не откопали, точнее, да? Вот оно, все. Все сохранено, большой кирпич.
Интересно тут у вас, интересно. Вот она, кстати, арочка. Соответственно, тут еще есть этаж, я думаю, не один. Вот. А вот водички не откажусь, если угостите. Сейчас я вот это покажу, этот, под клет. О, да там еще целая эта история у нас. Туда можно зайти? Нет. Все, ставлю паузу. Спасибо вам, добрый человек. А как вас зовут? Зовут? Сестра. Сестра. Вот, это я понимаю, сестра, согласен. Благодарю вам, сестра. Во славу Божию. Во славу Божию. Вот, сестра пошла свечки делать. Открытая информация. Все честно мне сказали. Пошла делать свечки. А куда свечки? Это уже другая история. Вот, в общем, там вы видели, да, целый этажик у нас подземный, шикарный, я бы сказал. Вот, тут у нас остатки жилые, доги, роскоши. Вот, а там в подклете, как они говорят, там целая история. Ну и вот здесь тоже дверь в окно у нас вход. Я его слепила из того, что было. Так, вот тоже шарик интересный, дубильный, дубилом, топором или чем-нибудь, или это современный уже. Так, 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 Голгофа, Адамов якобы это, да, череп, буковка Х. Так, 1742 году. Ох, забыл я уже. Ладно, сейчас увеличу, потом почитаю. Сами почитайте. В принципе, все понятно вроде бы. Время тратить не хочется. На телефоне потом лучше читается. Вот, СФС. Во главе там что-то был крестик тоже. Копия. Ну и вот тут внизу крест с мордочкой. Вот с черепом Адама, как говорят. Вот, когда были эти нацарапаны надписи, тоже неизвестно. 1760 года здесь. Что-то там это какого-то дня. Сейчас уже для чистоты эксперимента еще здесь покажу. Вот и здесь был герб чей-то, я так подозреваю. Да, видите? Ой, ой, тихо, не цепляйся тут меня. Боярышник цепляет или шиповник прошлогодний. Вот, видите? Здесь все сбито. Что тут было? Непонятно. А что-то было. Что-то было. А почему не собрали вот этот чудо-ягоду, тоже непонятно мне. Шиповник, для чего он тут растет, для кого? Это, наверное, для людей. Чтоб можно было чай заваривать потом. С давлением поиграть, или все будет поиграть. Вот туда, в стене. На асфальте, точнее, в бетоне. Так, походить, может, еще что-то интересное найду. Коль уж видео длинное. Вот, кисуля. Кс-кс. Привет. Пацан ты или кто? Пацан, по-любому. Спит. Голубая ель. Вон еще какая-то бетонная штука. Местечко очень интересное. Приезжайте, кому интересно. Все это в центре, на Покровке, можно сказать. До Кремля тут 5 минут пехом. Ну, 10, ладно. Кто гуляет по Москве, обязательно посетите вот эту церковь. Название там было в начале. Сейчас еще внутрь зайду. Уже без телефона, чтобы не нервировать их. Так, побеседую. Люблю я церковь, вот эти все кладбища.
прочее, прочее. Когда они церквями стали, вот вопрос, да? Как давно? Все, всем добра.